Привет, Пайпер Райт, общественные события. Так кто на самом деле управляет добрососедством? Кто главный в этом гнезде порока? Ты на них смотришь, но я продам тебе долю в этом деле. 100 крышек. Нет. Не стесняйся. Стой. Наверняка 10. У нас найдется то, что тебе 10. Нужно. Ага, спасибо. Говоришь, люди орут на тебя с порога? Да, некоторые люди никогда не видели гулей. Мое дружелюбное лицо им не по нутру. Так что, тебе нужны припасы? И каково это? Быть гулем? Ну, мне не очень приятно, что люди задают такие вопросы. Но я не могу их за это винить. Плюс в том, что я выгляжу очень даже хорошо для своих 220 с лишним лет. Ты покупать что-нибудь собираешься? Погоди. Тебе 220 лет? Ладно, ладно. На самом деле где-то 270. Только ты об этом никому. Гули живут очень долго. В конце концов, перестаешь считать года. Ты хоть представляешь, каково это быть такой старой? И каково это? Это все равно, что провалиться в будущее. От сегодняшних 20-летних юнцов тебя отделяют целые века. Хотя тебе-то это чувство незнакомо. Да, представляю. Ну, теперь ты просто надо мной смеешься. Будь ты со мной одного возраста, это бы значило, что ты из тех времен, довоенных. Ну, давай проверим. Раз тебе столько лет, ты можешь рассказать, каков был мир до войны. У меня был прекрасный дом с забором из белого штакетника и зеленой, призеленой лужайкой. Выглядело весьма умиротворяюще. Да, умиротворяюще. Прости, тебе вряд ли охота глядеть на плачущую старуху. Ну, либо ты, Гуля, очень хорошо за собой ухаживаешь, либо просто виртуозно умеешь врать. Это все правда. Чистая правда. Знаешь, тебе стоит посетить отель Рексфорд. Там работает еще один гуль, который тоже помнит довоенные времена. Ну, займемся все-таки делом. Что тебе нужно? Работа есть? Работа найдется. Публичную библиотеку Бостона захватили супермутанты. А это место очень дорого мне, как память о детстве, когда у меня было человеческое лицо. Выгонишь оттуда этих громил, я заплачу тебе 200 крышек. По-моему, маловато денег за зачистку целого здания. Тут не поспоришь. Давай поднимем до 250. Дело не только в расходах на патроны. Еще потом может лечение понадобиться. Да, ладно. Я тебе заплачу 300 крышек. Идет? Извини, этого мало. Придется библиотеке превратиться в штаб супермутантов. Я практиковалась торговаться 2 столетия. И я не люблю, когда люди наглеют. Я готова заплатить 200 крышек. Не больше. Договорились, Дейзи? Спасибо. А может, заодно тогда отнесешь туда вот эту книжку? Она библиотечная. Даже не спрашивай, насколько я ее просрочила. Сколько же ты всего на себе тащишь? Лучше продай что-нибудь Дейзи, пока тебя не обокрали. А? От меня подачу книг. Черт возьми, комбез! Что на этот раз? Черт возьми, ты действительно меня слушаешь? Вот что. А, я думала, что все кончится просто. Но ты вдруг исполняешь мою просьбу, так? Снова становишься старым добрым комбезом. Человеком, в которого я влюбилась. И сейчас я могу сказать только одно. Извини за то, что я тебе наговорила. А теперь, пожалуйста, давай начнем все сначала. Конечно, Пайпер. Для меня нет большего счастья. Для меня тоже, комбез.
Ты не понимаешь, что это для меня значит. Снова быть рядом с тобой. Ладно, пошли скорее отсюда, чтобы у тебя не было времени передумать. Отлично. Внимание! Несанкционированное проникновение через нижний вход. Посетителям и сотрудникам библиотеки просьба найти укрытие и сохранять спокойствие. Круто. Разных прикольных штук. Ура!
что-то слышу. Кажется, я упустила врага. Что это? Что это было? Похоже, тут мало кто ходит. Все вышло лучше, чем я думала. Угроза нейтрализована. Библиотека снова открыта для посещения. Всем сотрудникам просьба... Как думаешь, где-нибудь еще останешься живым? Выглядит как новенький, не старше 199 лет. Thank you.
снова здесь? Ну как все прошло в библиотеке? Там больше нет супермутантов? Скажем так, эти мутанты познакомились с классификационной системой Дьюи. Они отправлены в раздел «История», да? О, мы тут зубоскалим, а бедные библиотекари сейчас в гробах переворачиваются. Ладно, теперь серьезно. Ты молодец. Мое старое сердце так радуется от одной мысли о том, что в библиотеке теперь спокойно. На что смотришь? У меня еще один стрелок погиб. Привет. Как-то нас опять атакуют. Всем придется напрячься. От меня подачу не жди. Эй, я тебя... Это же мой любимый клиент. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.